Портал Дерзания 545 войти. Итак, всем, ребята, привет, вы на канале GameDop, это игра Diablo Immortal, и вот эта серия видео Порталы Дерзания с выходом большого обновления, она, наверное, закроется, или как-то придется ее переделать, и... короче, нужно будет помозговать, сесть и помозговать. Ну, сначала нужно дождаться, посмотреть, что там выйдет. Потому что сейчас там, допустим, это 545-й портал. А с выходом обновления это будет примерно там 200-й портал. И поэтому, как часто эти порталы можно будет потом проходить, непонятно. Короче, ждем новое обновление. Вот сейчас идет и сезон, сезон заканчивается. Не понял, сколько там дней осталось, не помню. Там, да, давайте посмотрим, чтобы так... Так, о, как я... 26 дней. Короче, по идее, большое обновление, вот и через 26 дней. То, что касается бури, вроде бы 23 числа нам ее как-то покажут. Возможно, типа в тестовом режиме. Какое-то будет игровое событие. И в этом событии мы сможем поиграть и новым классом. Вряд ли, что герой появится. Хотя и такое быть может. Я так толком таки не понял. Там так немножко непонятно они написали. В прошлый раз. Я так до конца и не понял. Или это 23 числа герой уже в игре появляется. Или только какое-то событие появляется. Где этим героем мы сможем поиграть. Короче, не знаю, им нужно научиться патч-ноуты писать, а мне нужно научиться их читать, чтобы я их и мог понять. Потому что читаешь, и далеко не всегда понятно, что они хотят этими патч-ноутами нам рассказать. Так, и короче, прошли портал, штрафа не было, поэтому с легкостью. 550-й войти. Так вот, что я хотел сказать. Очень жду этого обновления. Очень интересно поиграть новым классом. Игра сильно поменяется. В лучшую или в худшую сторону, фиг его знает. Надеюсь, что в лучшую сторону. Да, штраф, кстати, есть. Ого, 96% к урону получаему. И 49% я... На 49% меньше я наношу урона. Короче, наверное, сейчас будем умирать. Я думаю. Ждем обновления и потом будем уже смотреть. Возможно, обновление не понравится. Вот сейчас я в Diablo Immortal вообще не играю, не знаю. Что-то пипецки скучно стало, неинтересно. Еще и клан развалился. Короче, в данный момент мотивации играть нету, интереса нету. Вот я жду новый контент и тогда вот и... Или интерес к игре появится, или обновление будет плохое, оно мне не понравится. И, возможно, забью на Diablo Immortal. Так, 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 тяжело идет. Портал, штраф есть, урона мало. По мне бьют больно. Так, бежим дальше. Что-то элитки мало. Так, желтую, наверное, бить не буду. Желтая очень больно пробивает, ну ее нафиг. Будем синюю бить. О, синяя, давай сюда. Так, синюю убили, текаем. Удивительно, я пока что ни разу не сдох. Блин, накаркал. Почти убили. Ой, желтая, желтую не трогаем. Желтую мы не убьем. Без плохих последствий для себя. Так, так. Так,
Так. О, дошли до босса, даже ни разу не сдохли. Я прям молодец. Король Лёрик. Босс. Блин, оглушение кидает свое. Так, убили. Итак, какой у меня БР? БР у меня не меняется, потому что я сейчас не играю. 33 тысячи 546. Вот так вот.